Белорусские военные продолжают борьбу за медали армейских международных игр. Только что завершился финал конкурса «Инженерная формула». Накануне наша сборная одержала победу в первом полуфинальном заезде, а в финале заняла второе место. Конкурс «Прототип Формулы-1» только в скоростных гонках участвуют военные машины. При этом экипажам на маршруте еще нужно выполнять специальные инженерные задачи. Результат полуфинальной гонки для белорусов – 59 минут 18 секунд. На втором месте российская команда, на третьем – Пакистан. Лидирующие позиции наши военные не намерены сдавать и сегодня. А вот танкисты только готовятся вступить в борьбу в полуфинале. Вчера они провели пристрелку, сейчас команда занята техническим обслуживанием машин и покраской танков. Цвет нашей техники нужно только обновить. По результатам жеребьевки в полуфинальной гонке белорусская команда снова выступит на красном танке. Основная стратегия заключалась в том, чтобы экипажи, механики, водители в основном все новые. Да и в целом команда наполовину состоит из военнослужащих, которые первый раз принимают участие в подобных мероприятиях. Поэтому основная задача была им попробовать психологически их подготовить к основным для нас гонкам. Хочу сказать, что психологически люди готовы показать свое мастерство, свою выучку. А выучка позволяет нам рассчитывать на достойное место. По результатам индивидуальной гонки наша сборная занимает третье общекомандное место. Полуфинал в понедельник. На трассу выйдут сразу три экипажа, которые сразятся в эстафете с Россией, Венесуэлой и Монголией.